У меня итог заблокирован, серый. Что ты делаешь? Я хочу, чтобы он закипел. Да? Малиновая лада, малиновый закат, думал, харча на Канары, а везут, короче, замкат. Слышал эту хуйню, да? Да, это А клип видел? Да. Там знаешь пророчество о том, что Россия унесла в 90-м? Помнишь, я к бандитам попал в 96-й год? Да. Это пророчество. И СФ 1205, это второзаконие 12.05. И 12, то есть 1209. А минус 3546 год, это второзаконие 3456. А скоро я через 3 недели перееду. Куда? Ну, типа мы вроде переезжаем. А, кстати, слышь, замок поменяй, санитар, сделай копию ключей с моей квартиры. Хотя не ключ, а не слышь, что говорю? Замок поменяй сейчас в той квартире, где отец умер, иначе вас убьют. А мы для копии ключей сделали, понимаешь? Там уже другой народ живет. А, да? А ты куда переедешь? Я в другое место перееду. Домой? В другой дом жить? А как что мы с тобой видимся? Пореже. Пореже? А где ты будешь жить хоть? Знаешь адрес? Ну позвони, когда переедешь, хорошо? Только не забудь. Малиновая лада, малиновый закат, думал харча на Канары, а везут харчу замкат. Малиновая лада, надо снять малиновую ладу. Вот она, малиновая лада. Дернет, да? Вот это? Да. Нет. А какая вот это? И это нет. А если вместе два пальца? Нет. Почему? Потому что я заземлен. А, ты заземлен. А, понятно, понял. И ага. Это 12 рублей. А, я-то думал. Написано же. А. Считай харча. 62 ампера часа, 12 вольт. 12 вольт, понятно. Он уже дымится, осторожней. Отойди от него вообще. Нахуй, нахуй. Он у тебя сейчас взорвется. Выруби машину, она сейчас взлетит, господи. Серый. Вырубай, давай, надо миться нахуй, пизду уже. Что ты делаешь? Блять, отойди, реально отойди. Хорошо. Блять. Вырубай давай ее, она сейчас взлетит на воздух. Настоящим тормоз поставил? Да, она и стояла. Настоящим стояла, да? Нет, она не стояла, я поставил. Поставил, да? Ну нормально, все, пускай остынет. Не подходи все равно туда. Хорошо. Не буду подходить, как ты скажешь. Блять, почему? Не знаю. Ты сделал ремонт дома, да, или нет? Барахло выкинул? Нет, барахло не выкинул. Не выкинул? У меня тоже дома куча барахла. И видеокассету нашел, еще мультилинку на четырехъядерный, на двухъядерный точнее. Молодец. На помойке кто-то выкинул. Ты что, обрезать будешь? Нет. Нет, конечно. Ой, какой горячий, охуеть. Нет, ты к нему не подходи так, как... Хорошо. Чиним малиновую ладу. Да, думаю, харча на Канары, а везут харчу замкат, да? Малиновая лада в малиновый закат. Ехать некуда, время было 5 утра, но все, приехали. Малиновая лада, малиновый закат. А, ехать некуда, скорые кусочки льда в морге, ладно, все, проехали, да? Я придумал новую тему. Да, ну у тебя малиновая лада, однако. А Dead Blonde мальчик на девятке видел? Чего? Мальчик на девятке Dead Blonde. Видел этот клип? Нет. Ты музыкальные мусты вообще не смотришь, что ли? Сейчас нет. Я тоже пока не смотрю. Пойду поставь схожу. Керогаз солью.
А что ты не на работе, кстати? Я после работы. После работы? А сколько времени ты хоть? Сейчас уже 7-8. А, 7-8. Машина малиновая, Лада. Клевые все эти винтики, болтики. Ой, двигатель-то какой горячий, сука. Охуеть, а свечи где? А ты можешь парочку свечей подарить старых? Нет, не могу, у меня она ездить не будет. Если старых, старых. Старых у меня нет. Короче. Ты выкинул? Да, я выкинул. Ну и зря надо было мне оставить на память. Я в автосервисе взял свечи. Так, блядь, почему ты кипишь, нахуй? Не забудешь. Ты все запомни, будь очень осторожным. Да, да. Иначе тебя берут как свидетеля. Ты и так свидетель, ты рассказал, как в больнице умирали люди. Да, ты мне говорил. Симонов, ты, мне кстати, это тоже говорил. Ты, кстати, лежал там в больничке или нет? Да, там при мне еще двое человек умерло. И трое санитаров, которые пытались травить меня газом. Скорой помощи. Они пытались поднять мне меч, отмечая погибли. Понятно. Что ты им сделал такого крутого? Они... А я свидетелем начал свидетельствовать у тети Светы против Симы Сергеевны Старкова. Она вызвала скорую и сдала мне, меня сестра вызвала скорую на меня, она медиком работает, кстати, фармацевтом, у нее связи с скорой, до полиции у сестры. Что она меня так ненавидит, я так и не понял. Хорошая сестренка у меня, так добрая, мы с ней не ругаемся. Понятно. Перерезать хочешь? Да не перерезать, я хочу замкнуть. Замкнуть? Что это, зажигание? Нет, это этот вентилятор, он должен закрутиться. А, да? А он не крутится? Нет. Ну, как видишь. А-а-а. Да, хорошо. А что у тебя белый цвет такой? Ну, покраш. Покрашен? Ты красил его? Да. А, понятно. Так, а почему же ты, сука, не крутишься? Ой, блин. Злобный санитар пошел, видел? Крупный, вонючий, потный мужик. Злобный санитар. Тут столько военных ходит, ты видел кучу военных здесь, да? Ну, все-таки у нас началась хуйня. Кстати, в связи с военным положением в городе ты не можешь выехать никуда, границы закрыты. Да. Знаешь, об этом за кольцевую не выехать. Я когда ехал к Ане, меня трамвай заехал в депо в трамвайное на Блохина. Не на Блохина, а на этом, где Пролетарская. Там всех начали усаживать, сразу в городе проверял документы. Тех, кто не был документов или QR-кодов. Госпортала госуслуг, тех отправляли в отдел, и там с ними разбирались. Понятно. Так что вот так. Грусть, печаль. Да, граница города закрыта. Так, пиздец, почему кипит, блять? Почему кипит? Почему кипит? Не включается. Так, ладно, хуй с ним. А если не так? А если? Ты сломаешь. Ты что, два контакта хочешь один лепить? Да, я просто хочу замкнуть его. Зачем замыкать? Сгори же. Да не сгорит, вентилятор включится, это датчик. Вообще-то вот это датчик. Вот этот. А, датчик, да? Ага. Он когда замыкает, он начинает крутиться. Это не масса и не кузов. Видишь, он в пластик вкручен. Да, вижу, ага. Угу. Вижу, да. Молодец. Клевая тачка. Охуенно. Ау, какой горящий двигатель. Ау. Черт, дерьмо. А свечи где у тебя здесь? Свечи вот. Вот эти вот хуйня? А, вот эти? А, понятно. Жалко у тебя старых свечей.